нашої студії завітала косметолога Оксана Мігіда. Вітаємо вас у нашій студії. Добре утро. Нарешті дочекалися ми того сонечка, якого всю весну чекали, не могли побачити. Прийшло тепло, прийшла спека, але разом зі спекою у нас з'явилися опіки, у нас з'явилася пігментація. Як нам боротися з цими негативними проявами сонця? Совершенно верно вы заметили. Я думаю, что ключевое слово было это «але». Действительно, к сожалению, солнце нам приносит не только радость, а также мы должны себя защищать от воздействия ультрафиолетового излучения. И вот многие девушки и женщины замечали, что после лета, после того, когда они позагорают, у них появляются пигментные пятна. И я бы сегодня хотела вот именно об этом вам рассказать, о пигментации, о том, как солнце негативно воздействует на нашу кожу, как мы можем себя защитить и как мы можем предотвратить эти нехорошие последствия. Хотелось бы в первую очередь дізнатися взагалі про пігментацію, звідки вона з'являється і що це за таке явище. Да, потому что действительно многие видят, некоторые люди не видели пигментные пятна. Так, давайте с вами разберем, что же вообще такое пигментация. Пигментация. В нашем организме есть клетки, которые называются меланоциты. Они напоминают ладошку. Вот вообще вот, похоже на ладошку. И вот в виде пальчиков от ладошки отходят разные такие вот пути, по которым проходят от меланоцита меланин. И именно меланин отвечает за цвет нашей кожи. Почему люди становятся некоторые более смуглые, некоторые более светлокожие? Потому что вот именно меланин отвечает за цвет нашей кожи, и он равномерно выстилается на нашей коже, в слоях нашей кожи, и тем самым окрашивая нашу кожу. Но иногда происходит какой-то сбой в организме по разным причинам. Например, это прием гормональных таблеток, это беременность, это стресс, это, допустим, возрастные изменения и также воздействие ультрафиолетового излучения на кожу. Происходит неправильный выброс меланина, и, к сожалению, вот он окрашивает в определенном участке кожу в виде вот такого вот пятнышка, что мы называем вообще пигментация, либо пигментное пятно. Як з ним боротися, якщо не встиг продивитися своїм обличчям, за шкіру не тільки на обличчя, а й, можливо, на ручках, і з'явилася пігментна пляма, як її уникнути, як її, можливо, навіть знищити зі свого тіла? Ну, мы должны с вами немножечко еще понимать, что пигментация бывает нескольких видов. Бывает врожденная пигментация, когда человек уже родился с пигментным пятном, и, к сожалению, оно тут никуда не денется, будет он загорать, не будет загорать, и, к сожалению, это пятнышко, ну, не к сожалению, может быть, вот такая вот изюминка у человека, которая будет с ним на протяжении всей его жизни. Если же появилась пигментация, то я прошу вас не заниматься самолечением. Обязательно обратитесь к специалисту, либо к врачу-дерматологу, либо к косметологу, просто для консультации. Чтобы уже специалист с вами пообщался, чтобы он задал вам вопросы, когда возникла пигментация, почему, как она распространяется, и тогда вам подберут уже методы лечения. Совершенно верно вы сказали, что бывают разные вот методы лечения, действительно пигментацию можно убрать. Если мы с вами говорим о косметологических процедурах, то, конечно же, косметолог в первую очередь предложит вам курс химических пилингов. Все девушки знают, что летом они любят загорать, и потом, к сожалению, может возникнуть пигментация, поэтому курс химических пилингов проводится с поздней осени до ранней весны, когда нет активного солнца. Именно при помощи химических пилингов идет отшелушивание слоев кожи, и мы можем добраться именно до того уровня кожи, где был неправильный выброс меланина, и его тоже отшелушить и убрать. Также косметолог может вам предложить пройти курс мезотерапии. Мезотерапия – это инъекционная косметология, и вам предложат уколы с мезокосметологией, коктейлями, в составе которых будет витамин С. Витамин С очень хорошо осветляет кожу. Если же уже более усугубленная пигментация, которая находится в более глубоких слоях, даже вот не эпидермиса, а дермы, это средний слой нашей кожи, тогда вам могут предложить лазерную шлифовку для того, чтобы уже интенсивно, и скажем так, это агрессивный метод, когда нам нужно избавиться от такого вот нехорошего пигментного пятна. Хотелось бы узнать сейчас про вековые обмежения щодо пилингу та лазерной шлифовки. Чи є якісь застереження для молодої шкіри? Конечно, потому что молодая кожа, она более чувствительна, она более нежна, ей еще нельзя делать такие вот агрессивные методы, поэтому рекомендации, конечно же, с 25 лет. Противопоказания – это беременность и кормление грудью.
Хотілося б тепер дізнатися, якщо ми знаємо, як уникнути цих пігментних плям, якщо вони вже з'явилися, але ж їх можна ще й попередити. Конечно. Поэтому я всем рекомендую, когда вы едете отдыхать, либо вы просто выходите из дому и идет активное солнце уже на улице, пожалуйста, защищайте свою кожу, наносите солнцезащитные средства. Нужно ими пользоваться. Але коли заходиш до магазину, безліч всіх засобів, очі розбігаються, ти не знаєш, що обрати. Інколи навіть для шкіри використовуєш те, що для тіла, і розумієш, що воно просто перешкоджає нормальній роботі шкірних залоз. Як правильно обрати цей захист саме для різних ділянків шкіри? Многие девушки у меня спрашивают, вот сейчас период отпуска, когда они уезжают на море отдыхать, действительно, какое взять с собой средство. Я советую брать что-то нежное, молочко, допустим, либо крем, который будет нежной текстуры, который будет защищать вашу кожу от солнечного воздействия. Обязательно обращайте на SPF-фактор. SPF – это солнцезащитный фактор. И вы правильно заметили, что подходишь просто к полкам в магазине, и ты видишь большое количество косметических средств, но что выбрать? Вот давайте немножечко с вами разберемся. SPF-фактор – это солнцезащитный фактор. Есть 15, 25, 50. Поэтому, покупая солнцезащитное средство, вы должны обращать вот на вот эту цифру, на SPF-фактор, ваше внимание. Для светлокожих людей SPF-фактор должен быть намного выше, потому что им нужно интенсивно защитить свою кожу. Ведь, я думаю, вы со мной согласитесь, что светлокожие люди, они сами замечают, что им достаточно 5 минут находиться под открытым солнцем. И уже солнцем. Можно отримати опік. Совершенно верно. Более людям с темным цветом кожи, они могут безопасно находиться на солнце примерно 15 минут, поэтому им SPF-фактор можно выбирать немножечко поменьше, допустим, 25 либо 50. Но я хочу обратить ваше внимание, если вы зашли уже покупались в море, либо вы приняли душ, вам нужно заново нанести солнцезащитное средство. Это может быть молочко, масло, крем, все что угодно, но, пожалуйста, правильно для себя подбирайте SPF – солнцезащитный фактор. И обов'язково на суху шкіру, щоб не утворювати лінзу і не утворювати собі опік на шкірі. Конечно. Хотілося б ще дізнатися про крем саме для обличчя. Для різного типу обличчя підібрати SPF також необхідно з різним фактором. Особисто для мене SPF 50 – це для моєї комбінованої шкіри просто жах. Я не можу його витримати, він мені забиває пори. Що б ви могли порадити таким власницям такої шкіри, як у мене, і які хочуть захистити себе від сонця? Для лица є окремі, звісно, косметичні средства, і коли ви будете їх покупати, там буде і указано, що це саме для кожи лица. SPF-фактор вам, допустим, не підходить, але світлокожим дівчатам потрібен все-таки більш високий SPF-фактор. Звісно, літом важко носити на собі даний крем, тому когда вы находитесь под активным солнцем, когда вы загораете, лучше перетерпите. Вы себя защитите, вы предотвратите пигментацию, вы предотвратите ожоги. Затем просто, когда вы придете домой, хорошо и правильно умойтесь, очистите свою кожу более тщательно. Затем протонизируйте ее тоником, восстановите pH кожи. Тобто варто перетерпіти, а ось якщо не дуже сонячна погода, але все одно боїшся сонячних променів, можна знизити цей SPF-фактор іншим кремиком намастити обличчя? Можна, тому що сонце, воно має кілька видів лучей. Длинні і короткі. Вони мають свою абревіатуру, і вони називаються UVA и УВБ. Так вот, именно УВА – это длинные солнечные лучи, которые нам необходимо бояться. Даже в пасмурную погоду они могут проникать через облака. Они даже могут проникать через солнцезащитные стекла, они могут проникать через окна. Поэтому необходимо пользоваться солнцезащитными средствами. И вот если мы с вами снова говорим о выборе, то когда вы покупаете солнцезащитное средство, мы обращаем внимание не только на SPF-фактор, а мы также обращаем внимание, чтобы на солнцезащитном средстве была вот такая аббревиатура. Защита от УВА – это длинные солнечные лучи, и защита от УВБ – это короткие солнечные лучи. А ось окрім пігментації, влітку ми стикаємося з такою проблемою, як сухість шкіри. Вона стає більш сухою, більш роздратованою. Як тут уникнути таких поздразнень? А все это происходит, потому что длинные солнечные лучи УВА, они проникают в глубокие слои нашей кожи. Они проходят все слои эпидермиса, это поверхностный слой кожи, и доходят до слоев дермы. И там они разрушают эластин и коллаген. Это белки, которые отвечают за нашу молодость. Поэтому
поэтому кожа уже не так своевременно обновляется. Она пересыхает, она становится более чувствительная, более тонкая. На такой коже очень рано образуются морщины. И если у девушки в 30 лет уже образуются такие морщины, то в 40 лет они превращаются в заломы. Это более глубокие, уже сформированные, ярко выраженные морщины. Вот это все происходит от воздействия солнечных лучей. То есть солнечное излучение, ультрафиолетовое излучение, оно не только приводит к пигментации, а также и к раннему фотостарению. Для чего нам необходимо теперь защищать свое лицо, свою кожу. Также для того, чтобы предотвратить пересыхание и сухость кожи, я рекомендую в летний период девушкам пользоваться термальной водой. Она содержит в себе необходимые микроэлементы, она в виде спрея наносится на лицо, шею, область декольте. Мы помним, что у женщин лицо заканчивается на зоне декольте. Поэтому мы при помощи спрея освежаем лицо, питаем и увлажняем его. Звісно, річ, що необхідно при усіляких проблемах звертатися до лікаря, до косметолога, до дерматолога. А ось якщо у домашній аптечці можна знайти якісь засоби, домашні масочки, домашній догляд, щоб зменшити трошки пігментацію, щоб зробити шкіру більш насиченою і менш сухою? Очень много ко мне таких вопросов, конечно же, от девушек, что можно сделать в домашних условиях, потому что не всегда могут себе позволить посетить специалиста, либо нет времени, девушки очень заняты. Поэтому многие делают домашние маски. Я вот знаю, петрушка или крем, или маски с содержанием петрушки, они обладают осветляющим эффектом. Либо также лимон добавляют, это тот же витамин С, который осветляет нашу кожу. Но пигментация рознь. Если на поверхностных слоях кожи, то вы сможете ее убрать в домашних условиях, но если пигментация уже заложилась в более глубоких слоях кожи, то, к сожалению, вам понадобятся более интенсивные методы, чтобы от нее избавиться. Дуже грунтовні відповіді. Хотілося б тепер тезисно нагадати нашим телеглядачам, за якою допомогою яких процедур можна уникнути пігментації, убрати її з нашого обличчя, з нашого тіла, і також у який період часу ми можемо робити ці процедури. Значит, после лета, начиная с поздней осени до ранней весны, когда нет активного солнца, вам предложат пройти курс химических пилингов. Это кислотные пилинги, очень хорошо работает ретиноловый пилинг, который поможет отшелушить слои кожи и добраться именно до того слоя кожи, где был неправильный выброс меланина, для того, чтобы убрать его и осветлить вашу кожу, выровнять цвет вашей кожи. Следующие курсы вам могут предложить мезотерапию. Это мезококтейли, в составе которых обязательно будет витамин С, который также очень хорошо осветляет нашу кожу, и лазерные шлифовки. Дякуємо вам, Оксаночка, за те, що повідомили нашим телеглядачкам, як у будь-яку пору року, навіть у найактивніше сонце, виглядати не перевершено, не боятися того, що сонечко може нанести якусь шкоду, а насолоджуватись вітаміном, який він нам дає. Нагадую нашим телеглядачам, що у студії Нового дня завітала косметолог Оксана Мігіда.